Как-то копал я, значит, землянку спокойно. Думаю, блядь, ничего не произойдет. Потому что я всегда с собой беру лопату. Я всегда рекомендую брать вам в лес с собой лопату. Потому что лопата — это лучший, один из самых лучших способов самообороны. Потому что ей можно пробурить, потом вот на погорбусь и все. А вот копаю как-то землянку один раз. Вот старую, это новое. Старую копаю. Тут сзади меня подходит зубр. Я спокойно рою, а он подходит, морда огромная просто, вылазит, и я его по еблищу, на нахуй, и улетела шваль в ближайшие кусты, на 200-300 метров. Я говорю, лопата — это лучшее средство самообороны.